Ну, я, честно говоря, фастфуд не очень люблю, потому что, ну, это не самая здоровая пища, вот эти жиры там всякие нехорошие. Сама идея без конкурса, без тендера, поддержки кого-то одного, пусть даже очень популярного и талантливого, правда, не в этой области, мне кажется, ну, не совсем здравой. Можно было бы какой-то национальный конкурс, да, устроить сейчас. И, может, не знаю, крошка-картошка победила бы там или еще кто-то, им дали бы денежек в это трудное, непростое время, они создали бы в 3 раза большую сеть. Но, как бы их так тонко протроллить. Но, тем не менее, Михалковым, конечно, нужно все равно пожелать успеха, потому что, чтобы не получилось так, что деньги взяли, и ничего у них не получилось. Поэтому лучше пусть они на эти деньги все-таки сделают что-то полезное.